В Махачкале силовики нейтрализовали вооруженного преступника. В одном из районов города введен режим КТО. Силовики получили информацию о том, что один из сторонников террористической организации готовит преступление. Мужчину обнаружили в частном доме. На предложение сдаться был открыт огонь по силовикам. Преступника ответным огнем нейтрализовали. На месте спецоперации обнаружены автомат, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде пояса смертника. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правопорядка нет. В ходе проведения в Республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке одним из сторонников НТО преступления террористической направленности. В целях недопущения совершения террористического акта и обеспечения безопасности граждан начальником Республиканского управления ФСБ России принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Советского района города Махачкалы.